Продолжаем наш выпуск. Специалисты регионального управления Россельхознадзора продолжают обследование фитосанитарных зон республики на предмет произрастания опасного карантинного сорняка – амброзии полнолистой. За сбором проб в Абазинском районе наблюдал корреспондент Артур Мхце. Амброзия – это сильный аллерген, амброзия полнолистная. С ним бороться очень тяжело, потому что одно растение может выпустить до 100 тысяч штук семян, и семена могут находиться в ожидании до 40 лет. Представители регионального управления Россельхознадзора ежегодно обследуют все 48 фитосанитарных зон Карачаево-Черкесии общей площадью 230 тысяч гектаров. Их задача – выявить опасный карантинный сорняк до того, как он успеет выпустить семена. Бороться после будет куда сложнее. Очередная выездная проверка специалистов ведомства в Абазинский район. Сразу за Псыжом вдоль автодороги от Черкесска до Ставрополя они обнаружили довольно большую территорию произрастания амброзии. Чтобы определить, действительно ли это то самое аллергенное растение, необходимо взять пробу и отправить ее на экспертизу. Должностное лицо выезжает по месту на участок, проходит, смотрит. Если у него есть предположение, что это амброзия полнолистная, он отбирает пакет, запаковывает в сейф-пакет, оформляет и отправляем в лабораторию, в Пятигорский филиал в НИИКРО. После подтверждения, если будет подтверждение, что это амброзия полнолистная, то при получении заключения должностное лицо будет объявлять предостережение человеку, которому принадлежит участок земли. К слову, даже после 40 лет пребывания в земле семена амброзии затем могут вырасти до размеров опасного карантинного сорняка. Поэтому после выявления растения необходимо обработать гербицидами. Препарат пройдет через листовую пластину и дойдет до корневой системы, после чего амброзия погибнет. Артур Мхце, Алибастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Абазинский район.